Ревели моторы, бушевал огонь. И все это в непростых погодных условиях. На трассе клочья мокрой грязи и земли. Так, в горках открылся 8-й этап чемпионата Ленинского округа по гонкам на выживание. За адреналином приехали спортсмены из разных уголков Подмосковья, а также столицы и других городов. География участников постоянно расширяется. Огромное количество участников вот в последнее время стали подтягиваться, что называется, подрастающее поколение, потому что этот спорт у нас начал развиваться примерно лет 20 назад, и одно время как бы не было достаточно много участников. А сегодня мы видим здесь из Домодедова, из Красногорска, из Чехова, из Подольска. Ну и, конечно, сегодня очень большое количество участников представлено нашим городским округом. Пожелаем удачи всем. За рулем болида под номером 63 гонщик из Москвы, каскадер Андрей Березкин, который не пропускает ни одного заезда в горках. И сегодня, по его словам, трасса сложная, когда все может поменяться в одну секунду. Забегая вперед, скажу, что пилот Березкин придет вторым, хотя на протяжении всей гонки его позиции менялись и не раз. Получается практически как зимой, все очень скользко, тебя везде несет. Как говорится, кто зимой хорошо едет, тот по такой грязи тоже хорошо едет. Я люблю, когда чуть-чуть по суше. Чуть-чуть послушай, когда не вот эта жижа, когда сильно несет, приходится немножко бороться с автомобилем. Я люблю, когда по суше, и скорость была побольше. Также в группе лидеров, где всегда самая яркая и упорная борьба, победитель предыдущих гонок Антон Рыжиков из Домодедова. В перерывах между заездами мы узнали у чемпиона формулу успеха. 90% успеха – это то, что ты сделал в гараже. А остальные 10% – это то, что как тебе тут повезло. Тут такой вид спорта, ограничений нету в технике, поэтому можно творить все, что хочешь, и тем он и хорош, этот спорт. Правила просты. Несколько предварительных заездов, утешительный и апогей – финал. Проявить себя гонщику надо не только в скорости, но и в умелых маневрах и смекалке. А учитывая полную погодных сюрпризов трассу, едва ли не главная спутница пилотов – удача. Не менее азартно на этом автомобильном шоу чувствуют себя и болельщики. Атмосфера удивительная, и адреналин, он чувствуется прям в каждой нотке происходящего. Очень круто, мне очень нравится. Первый раз приехали, прям эффектно, очень здорово, малому понравилось. А самому за руль захотелось сесть? Захотелось, конечно. Вот, очень интересные гонки. С каждым сезоном, даже с каждой гонкой, зрителей становится все больше. Люди специально приезжают за яркими эмоциями. 22-й год для гонок на выживание просто отличный, потому что мы получили поддержку администрации, и сразу люди ее почувствовали, потому что все комфортнее и комфортнее пребывание на гонках для людей. Культурная программа появляется, трасса обустраивается, вся зрительская зона. Пилоты тоже поддерживают, больше машин, больше вкладывают в машины, борьба становится интереснее и плотнее. 12 железных монстров сразились в схватке, но победа досталась лишь избранным. Обладателем золота стал Антон Рыжиков из Домодедова. Вторые и третьи места у Андрея Березкина и Алексея Ахметова соответственно. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.